Добрый день, меня зовут Максим, я представитель компании «Теплогарант». Мы производим твердотопливное отопительное котлы буржуйка пирользного типа. И сегодня я хочу рассказать о расходе топлива. Первое топливо – это у нас дрова. Дрова у нас должны иметь влажность не более 20%, это естественная осушка. Средний расход дров у нас составляет в районе 17-20 кг в сутки на 100 квадратных метров. Также топливные брикеты. Топливные брикеты производятся из различных видов отходов, это как древесные, торфяные или различные другие виды. У топливных брикетов влажность составляет 0%, поэтому их расход немножко ниже. В среднем получается 13-15 кг в сутки на те же самые 100 квадратных метров. И третий вид топлива – это у нас каменный уголь. Его расход в среднем получается в районе 18 литров на 100 квадратных, на те же самые 100 квадратных метров в сутки. Решение по использованию вида топлива принимает непосредственно сам потребитель, руководствуясь не только ценой, но и доступностью в своем регионе.